Доброго времени суток, продолжаем смотреть обзоры на еду, напитки. Вновь у нас цикл «Вкусвилл». Вот такая вышла новиночка. Маффин куриный с картофельным пюре и грибным соусом. Звучит очень неплохо. Упаковка 300 грамм, стоит 268 рублей. Вот так он выглядит, весьма аппетитно. Он написано, что внесли разнообразие в привычный рецепт куриных котлет, приготовили их с питательным нутом, томатами, пряно-зеленью и запекли в форме для маффинов. Подчеркнули нежный вкус, помогли аромат сливочный соус и воздушное пюре. Звучит отлично. А оценка 4,4 отзывов, пока не так и много. То есть оценка, в принципе, неплохая, большинство положительных. Последний отзыв невкусно, чувствую мясо, котлету выбросил. Вкусно, много соли, вкусно, слишком много соли. Вкусно. Ну, в общем, мнения, как всегда, разделяются, поэтому нужно пробовать. Давайте ознакомимся с калорийным составом, производителем. В состав у нас входит следующее. Маффины, состоящие из филе куриной грудки, бедро куриное без кости, молоко 3,2% жирности, нут отварной, яичный белок, жидкий пастеризованный, лук свежий, масло подсолнечное, сухари панировочные, состоящие из муки пшеничной первого сорта, соли, сахара, дрожжей, хлебопекарных прессованных, петрушка свежая, томаты сушеные в масле консервированные, сушеный спец, чеснок, лук, орегано, петрушка, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, разрыхлители, перец черный молотый, соль, картофельное пюре, также здесь добавлены сливки 22% жирности и молоко, опять же, кукурузный крахмал, тимьян сушеный, в общем-то, и все. На 100 грамм продукт у нас 8,5 грамм белков, 8,7 грамм жиров, 9,7 грамм углеводов и 151 килокалорий. Изготовитель «Вкустех», производится все это дело, город Москва, территориально городской муниципальный округ Нижегородский. Ну, как-то вот так. Ну что, давайте пробовать. Разогреем и увидимся на дегустации. Ну что, разогрелись. Видно вот этот вот соус грибной, пюрешечка. Давайте пробуем пюрешечку. Ну, неплохое по вкусу такое, знаете ли, средненькое. Съедобное. Не сказать, что вкусное мне пюрешечка. Так вот, на 3 балла из 5, по моему вкусу. Давайте пробуем наши маффины. Так называемые. Куриные. Ну, честно говоря, маффин тоже мне пока по вкусу не нравится. Съедобный, но не скажу, что вкусный. Опять же, там тоже мнения разделялись по отзывам. Кто-то говорил вкусно, кто-то говорит не очень. Это обычно так всегда бывает. Вкус у всех разный. По моему вкусу маффин не очень. И пюрешка тоже оставляет желать лучшего. Не самая вкусная далеко пюрешка. Ну, честно, ожидал я от блюда намного лучше. Сейчас, конечно, еще поем. По моим ощущениям, пока что балла 2-3 это максимум. Это максимум, второй раз я его вряд ли возьму. Сейчас я еще поем и включусь с финальной оценкой. Ну, в общем-то, съел половину без особого удовольствия. Даже, честно говоря, дать не особо охота. Вот. Маффин мне не зашел, по вкусу не очень. Балла 2-3. И пюрешка тоже такая какая-то пресная. Не очень. По заключению могу сказать, блюдо мне не понравилось. Ну, на уровне столовки есть можно, но это, по мне, невкусно. Съедобно, но невкусно. Денег своих не стоит, то раз я точно это не возьму. И, в общем-то, не рекомендую. Есть позиции от того же «Вкусвилла» намного вкуснее. Поэтому 2 балла из 5 не рекомендую. На этом все. До новых встреч. Увидимся. Пока.